Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, как отремонтировать пришедшую в негодность молнию без выпарывания, то есть без ее замены. Чаще всего причина выхода из строя молнии, то есть из-за чего она перестает у нас работать, это изнашивание самой собачки. Все, что нам необходимо сделать, это заменить собачку. Значит, взять ее можно где-то от какой-то старой, уже пришедшей в негодность вещи. Главное, чтобы она подошла по размерам. Ну а дальше процесс, в принципе, простой. Отпарываем край молнии от ткани чуть-чуть, чтобы снять старую собачку. Снимаем ее. Сравниваем с той, которую мы хотим поставить, приблизительно одинаковый размер, и аккуратненько собираем замок. Ну, немножко терпения, конечно, проявить нужно, потому что бывает всегда тяжело начать. Все, замок работает. Все, что нам теперь остается, это закрепить край, чтобы собачка не соскакивала. И все, вещь спасена. Все это делается довольно-таки быстро, легко и не требует больших затрат времени и сил. Ну, у меня на этом все. Всем пока-пока.